Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 49, упражнение номер 8. Сравни примеры в каждом столбике, определи, по какому правилу они составлены, запиши еще по одному примеру и вычисли. 9 минус 6 равно 3, 9 минус 5 равно 4, 9 минус 4 равно 5. Уменьшаемое у нас 9, а вычитаемое уменьшается на 1. То есть следующий пример будет 9 минус 3 равно 6. 3 плюс 6 равно 9. 3 плюс 5 равно 8. 3 плюс 4 равно 7. 1 слагаемое у нас 3, а 2 слагаемое уменьшается на 1. То следующий пример будет 3 плюс 3 равно 6. 8 минус 3 равно 5, плюс 4 равно 9. 8 минус 2 равно 6, плюс 3 равно 9. 8 минус 1 равно 7, плюс 2 равно 9. Первое число в этом примере у нас остается 8. Вычитаемое у нас уменьшается на 1. А слагаемое тоже уменьшается на 1. То есть у нас получается 8 минус 0 это равно 8, плюс 1 равно 9. 6 плюс 4 равно 10, 10 минус 7 равно 3. 6 плюс 3 равно 9, 9 минус 7 равно 2. 6 плюс 2 равно 8, 8 минус 7 равно 1. Пример начинается на цифру 6, прибавляем мы число, которое у нас уменьшается на 1, то есть будет плюс 1, и вычитаем мы всегда 7. 6 плюс 1 равно 7, 7 минус 7 равно 0. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.